Обзор на корейскую больницу изнутри, часть 2. Удивительный факт – это указатели на русском языке. В Корею приезжает много русскоговорящих лечиться, поэтому в больших больницах вам смогут продублировать абсолютно все на русский язык. Помимо указателей разных отделов, можно запросить и заключения, счета на русском, вам приготовят русскую кухню во время госпитализации, и, конечно же, при необходимости вы можете заказать дополнительные услуги переводчиков и кураторов, которые будут сопровождать вас абсолютно везде. Помогут все в деталях обсудить с врачами и провести разные процедуры. В больнице работают реабилитационные центры, бассейны, можно сделать полный чекап, пройти обследование, провести операции. Медицинский туризм очень развит и полностью доступен по ценам. Если вас интересует лечение в Южной Корее, читайте описание ниже, как можно приехать в Корею на обследование и кто сможет помочь со всеми вопросами.